Арабский народный танец «Давка» выполнила в хореографичной школе.
А на фінал концерту ми для вас приготували дуже дещо особливе. Взагалі цей день для вас сьогодні буде особливим, тому що до вас у гості приїхала людина-легенда, визначна людина. Це народна артистка України, кавалер ордену за заслуги 3, 2 та 1 степені. Актриса, провідна актриса, легенда театру імені Лесі Українки, Київського театру імені Лесі Українки. Людина красою, талантом та майстерністю якої захоплювалася вся країна, та й захоплюється по сей день. Вона зараз тут знаходиться, у цій залі. Будь ласка, бурхливими, гучними оплесками привітайте Ларису Валентинівну Карочнікову! Ось вона! Вона піднімається зараз на цю сцену. Я з великою честю даю їй мікрофон. Тримайте, будь ласка. Дорогие ребята, я в восторге, по-моему, все вы от этого концерта. Я могу сказать, посмотрев этот концерт, можно сказать, что фестиваль состоялся. Какие талантливые ребята! И она просто потрясена. Я о каждом могу говорить бесконечно много слов. Какая замечательная певица, девочка Зазуля, которая пела песню «Зазуля». Какие ребята, какие замечательные приехали с Израиля девочки и ребята. Как они замечательно пели, как они замечательно танцевали. А рок, как парень пел, просто меня он поразил своим голосом. Это будущее точно звезда. Не зазнавайся. Все потрясающие, акробатические номера. Один лучше другого. Девочки, от которых невозможно оторвать глаз. И хочется вернуться в детство и также попробовать сделать то, что эти девочки делают. Вот стоит мама и переживает за свое дитё. Ребята, дорогие, я хочу вас поздравить. Вот я возглавляю «Золотой ключик». Мой папа снимал этот фильм «Золотой ключик». И я с детства люблю этот фильм «Золотой ключик» и «Буратино». И все так замечательно. Поэтому я вас поздравляю с фестивалем. Приходите все на закрытие фестиваля. Щастя, миру, любові і бути завжди друг одне до одного добрішим і чимнішим. Нехай в нас буде щастя, любов і дитячі посмішки. Я бажаю це вам щиро. Бажаю вам. Фестивалю. Бажаю вам, бажаю щастя. Нехай входять ваш поріг у ці напасті. Бажаю вам, миру ці родині. І наші ненці в Україні. Бажаю вам, бажаю щастя. Бажаю миру всій родині.
счастья, нехай уходит ваш плохих из напасти. Ваша любовь, ваша любовь, сиротыни, и наши ленцы Украины, и наши ленцы Украины. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!